Жители Энергограда продолжают путешествовать по дворам Ульяновска. Они пришли в гости к взрослым и детям, чтобы рассказать об экологии и энергобезопасности. Что нужно, чтобы наша экология была лучше? Что нужно делать? Как не мусорить. Не мусорить, экономить воду. Для детей в игровой форме рассказывают правила поведения на теплотрассах, в зоне ремонтных работ и на природе. Все развлечения направлены на то, чтобы с раннего возраста ребята знали правила безопасности и бережно относились к окружающей среде. Спасибо Т+, пришли сегодня, сделали нам такой праздник для взрослых, для детей, устроили нам аквагрим, рассказали о безопасности рядом с люками, тепловыми сетями и помогли перейти на электронную квитанцию. Энергетики не оставили без внимания и взрослых жителей двора. Им предложили перейти на электронные квитанции. Это не только удобно, но и экологично. Позволяет сократить потребление бумаги, тем самым бережет природные ресурсы. Электронную квитанцию можно оформить разными способами. Можно подписаться на нашем сайте ульяновска.ру, можно при личном обслуживании в ЭПИОКе, можно через личный кабинет, который тоже находится на сайте ульяновска.ру или в мобильном приложении «Энергосбыт+». Подобные мероприятия в Ульяновске энергокомпании организуют регулярно и на безвозмездной основе в рамках межрегионального проекта «Т+» родному городу. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.